1 апреля начинается весенний призыв. Молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет будут проходить боевую подготовку в разных регионах России. Традиционно предлагают два варианта службы – призывная и по контракту. О преимуществах военного договора рассказали студентам Горского аграрного университета. Напомнили, что военный билет – обязательный документ для трудоустройства молодых людей. Ежегодно в Северной Осетии призывают почти 1000 ребят. 2000 служат по контракту. Отметим, что зарплата контрактников вдвое больше и вдвое перспективнее. Однако время службы тоже дольше в два раза. Еще одно преимущество – место службы контрактники вправе выбирать сами. Можно остаться в республике. Кстати, при продлении военной службы стаж на Кавказе считается как год за полтора.